Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 863. Вычислите 0,6 плюс 0,4. Перед нами две десятичные дроби, которые нужно сложить. Поэтому мы будем пользоваться алгоритмом сложения десятичных дробей. По этому алгоритму первое, что мы должны сделать, мы должны уравнять количество знаков после запятой в каждом из слагаемых. Первое слагаемое – один знак после запятой, 6. Второе слагаемое тоже содержит один знак после запятой, одну цифру. Поэтому уже мы уравняли. Теперь нам нужно записать одно из слагаемых, первое слагаемое. Второе слагаемое записать под ним так, чтобы разряды единиц совпали с разрядом единиц. Разряды десятых совпали с разрядом десятых. Ну, чтобы все разряды совпали. Так, теперь мы выполняем сложение так, как это делаем с натуральными числами. 6 плюс 4 – 10, 0 пишем 1 в уме, 0 плюс 0 – 0 и 1 – 10. А теперь запятую, в полученном результате запятую, ставим под запятыми слагаемых. Вот здесь получилось 1,0, или мы можем записать просто 1 целое. Нолик мы этот можем отбросить, он не влияет на результат, на значение. Так, 0,66 плюс 0,4. Данные слагаемые имеют одинаковое количество цифр после запятой, поэтому мы сразу можем приступить к сложению. Записываем разряд под разрядом и производим сложение. 6 плюс 4 – 10, 0 пишем 1 в уме, 6 плюс 0 – 6 и 1 в уме – 7, 0 плюс 0 – 0, переносим запятую. Получилось 0,7. Ну, что равно 0,7. Третье 0,666 плюс 0,004. Количество цифр после запятой 3 в первом слагаемом и 3 во втором слагаемом. Записываем первое слагаемое, под ним записываем второе. И производим сложение. 6 плюс 4 – 10. 0 пишем 1 в уме. 6 плюс 0 – 6. 1 в уме – 7. 6 плюс 0 – 0 плюс 0 – 0. Запятую переносим. Получили 0,67. Четвертое. 0,66 плюс 0,4. Смотрим, сколько же цифр в первом слагаемом. После запятой две цифры, две шестерки. Во втором слагаемом одна цифра. Поэтому мы должны уравнять. Как мы можем уравнять? Если мы допишем вот сюда нолик, то получим во втором слагаемом две цифры после запятой. Но при этом значение числа ведь не изменилось. Ну, мы уравняли количество цифр после запятой. Теперь записываем одно слагаемое под другим. 0,66 плюс 0,40. Складываем 6 плюс 0 – 6. 6 плюс 4 – 10. И здесь 1. Запятую сносим. Получили результат 1,06. Пятое. 0,666 плюс 0,04. Три цифры после запятой в первом слагаемом и только две цифры во втором слагаемом. Уравниваем, дописываем нолик, получаем тоже три цифры после запятой у второго слагаемого. Теперь записываем второе слагаемое под первым, так, чтобы разряд совпал с соответствующим разрядом, и производим сложение. 6 плюс 0, 6 плюс 4 и 1 в уме, 0, запятую сносим, получим 0,706. Шестое. 0,66 плюс 0,34.
количество цифр после запятой одинаковое. Тогда первый этап мы пропустили сразу, второй этап записываем слагаемое одно под другим. Производим сложение. 6 плюс 4 – 0, 1 в уме. 6 плюс 3 – 9 и 1 в уме – 10, 0, 1 в уме. И вот здесь единичка, запятую сносим. Получаем в результате 1,00 или просто 1 целая. Просто единица. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.